24 ноября в Центральной Раменской библиотеке открылась персональная выставка раменского фотохудожника, фотокорреспондента газеты «Родник», члена Союза журналистов России Дмитрия Юханова под названием «Карельские зарисовки». В ближайшие две недели все желающие смогут ознакомиться с его работами и насладиться красотой Северного края. Наша съемочная группа уже сделала это и готова поделиться с вами своими впечатлениями.